Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO BigStream. BigStream в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование ICO BigStream с сайта компании. Сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что, изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. BigStream – это инновационная криптообменная платформа с упрощенным доступом для всех. Также нам предоставляется информация о том, что через 21 день начнется первый этап продажи токенов. Одной из основных особенностей BigStream является использование технологии блокчейн, которая позволяет сделать платформу прозрачной, открытой, максимально безопасной для обоих сторон транзакции, сокращает транзакционные и бизнес-затраты, также упрощает процессы покупки. Продуктом BigStream является это криптоломбард, где владельцы монет могут заложить их на некоторое время и вернуть их после погашения обязательств. Также это фьючерные контракты, будущее, дебетовая карточка, говорится о том, что выпустят революционную пластиковую карту, предназначенную непосредственно для монет BigStream и другим криптовалютам. Она будет доступна в интернет-магазинах, банкоматах, терминалах. Владельцы пластиковых карт смогут совершать покупки или совершать транзакции в любое время и в любом месте. Также на сайте нам предоставлены новости BigStream. Мы можем почитать, ознакомиться. Например, BigStream устанавливает партнерство с Forbex. Также BigStream на конференции блокчейн во Франции. Также нам представлена видеогалерея, пресс-медиа, которая также освещает данный проект. Мы подошли к разделу «Дорожная карта». И мы можем видеть, что данный проект запущен в июле 2017 года. Можно отметить четко распланированный график. Развитие проекта, мы видим, идет за планом. И команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Так, что касается команды BigStream, здесь все хорошо, внушает спокойствие, доверие. На данном ICO работает очень слаженная команда специалистов, которая к тому же помогает, ей помогают очень известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. На сайте мы можем увидеть распределение токена.
Общий объем составляет токенов 72 миллиона. Мы видим в диаграмме распределения токена, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Также у нас есть, мы видим распределение средств. Они пойдут на маркетинг, развитие оборудования, административные аспекты, депозит. Также мы можем видеть верхние и нижние пределы, soft cap, hard cap, стоимость одного токена, который будет колебаться в зависимости от этапа продажи. Мы знаем, ранние инвесторы всегда получают наивысший бонус. Также компании запланированы конференция. Также мы можем видеть партнеров этого проекта, советники. На сайте также есть раздел «Часто задаваемые вопросы». Кликнув по вопросу, вы можете увидеть ответ. В самом низу сайта нам предоставлены социальные сети, где мы можем стать подписчиками данного проекта, получать больше информации, быть в курсе последних событий. Проанализировав всю информацию, мы можем сказать, что этот проект достаточно выгодный, привлекает к себе большее число участников, темпы роста хорошие, даже на самых ранних стадиях. На этом обзор данного ICO BigStream окончен. Всем пока!